мешает представлять учеников школы игры на гитаре Вадима Скройкина. Ну а я вот противовес Лене философским песням, только не философский текст вот хочу вам показать. Ну, кто отгадает, будет молодец. Он обожает этот текст. Пробираясь до калитки, полем вдоль межи, Женя вымыкла до нитки, вечером боржи. Очень холодно девчонки, бьет девчонку дрожь, замочила все девчонки, не идя через рожь. Если кто-то звал кого-то сквозь густую рожь, и кого-то обнял кто-то, что с него возьмешь? И какая нам забота, если он лежит, целовался с кем-то кто-то вечером боржи. Кто автор этих смертных строк? Бёрнс. Ну, конечно, Бёрнс. Всем по конфете можете получить в буфете. Итак, мы продолжаем. Итак, ученик школы игры на гитаре Вадима Стройкина, Даниил Бердников. Воспоминания о будущем, как говорится, Вадима Стройкина. Даниил Бердников.